Флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва», недавно вернулся с учений. Эти ребята вырастут, станут потом взрослыми, потом пожилыми людьми. Я не буду с гордостью рассказывать, как они служили на Черноморском флоте, на крейсере «Москва». Мы находимся на флагмане Черноморского флота, на ракетном крейсере «Москва». Черноморский флот без флагмана не может существовать. Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E.